Спортивный подарок получили жители улицы Красных Зорь, да и всего микрорайона. Во дворе дома номер 45 в придачу к хоккейной коробке с площадкой для игровых видов спорта установили уличные тренажеры. Само оборудование и благоустройство прилегающей территории обошлись в 600 тысяч рублей. Средства за счет наказов избирателей выделил один из депутатов городской думы. Комплекс включает в себя 10 силовых тренажеров и турники для занятия воркаутом. Жители могут здесь заниматься круглый год, всесезонно. Она антивандальная, всесезонная. Здесь нет ограничений по возрасту, потому что, как показывает практика, комплексы стоят по городу уже с 2015 года, что там могут заниматься и третий возраст, и молодежь, и зрелое поколение.